спасибо организаторам, огромное спасибо артистам, которые приехали в наш регион. Низкий поклон. Ну а то, что вы сказали, что объединяет нас, нас объединяет в первую очередь эта песня. Мы все здесь единомышленники, у нас большой хор, хотя на Юрию, да, больше 40 человек. Встречаемся мы два раза в неделю, причем мы бежим на репетиции, потому что для нас это отдушина. И очень хорошо, что хоровое искусство возрождается именно в нашем регионе, и нам кажется, что нужно еще какой-то импульс придать для того, чтобы именно хоровая самодеятельность была, вот, вы понимаете, она имеет целительное, в первую очередь, целительное свойство, поэтому мы считаем, что и мы приносим какую-то вот свою лепту, оздоровление, хорошее настроение. Будет хорошее настроение, будет, наверное, хорошая результативность, будет здоровье. Вот как раз год здоровья, да? Поэтому мы считаем, что мы тоже несли свою лепту. Спасибо. Без любви нельзя петь. Если ты будешь петь с хмурым лицом, если ты будешь с плохим настроением, то ты не сможешь передать эту эмоцию. Поэтому любовь и песни. Так скажем. Которая объединяет всех членов нашего коллектива, потому что мы настоящие друзья. Мы можем позвонить друг другу в любой момент дня и ночи. И поддержать. Поддержать друг друга. Когда человек болен, и когда человек на этой радости, мы всегда это. И желаем, чтобы у всех было такое настроение. И еще хочу сказать городу Бокситогорску большое спасибо за такой теплый прием. За то, что мы сюда приехали как какой-то, на какой-то островок. Счастья, радости и веселья. Это для нас главное. Спасибо! Спасибо! Спасибо!